Всем привет-привет. Вот шла с работы, зашла в магазин, кое-какие покупочки хочу вам показать и спросить совет про цветок. Так, вот что я купила? Вот такие вот песочные пироженки. Их тут 4 штучки у меня. Они на 100 рублей вышли, значит, получается где-то по 25 рублей. И вот такие вот слоенки. Вот тут мелкие-мелкие такие слоеные тоже пироженки. Они с обсыпкой сверху. Они тоже 100 с копеечкой какой-то вышли. 105 или 103. Ну, такая же примерно цена. Вот 3 яблока у меня. На 120 рублей 3 яблока у меня потянуло. Но они большие вот такие. Вот это я в магазине купила. А на работу приносил. Нам дяденька ходит, сухофрукты всегда носит. Вот купил у него манго. Уже не первый раз беру. Вот с чаем вместо конфет. Очень вкусно. Оно мягкое такое вообще. Оно вяленое, без сахара. Стоит 500 рублей полкило. Но оно везде довольно дорогое манго. Потом взяла еще вот такие вот пастила. Кабардино-Балкария делает. Эко-продукт. Сахара не содержит. На вид они там, знаете, как вот... Как сок, как желешка, такая там фруктовая там, очень вкусные. Ну, взяла внуку и маме напополам, у мамы диабет, вот ей без сахара, хочет чаем чуть-чуть попить. И вот такие вот орешки, макадамия, они с ключом, где-то вот ключ у них, вот в дырочку вставляешь, поворачиваешь, и орешек открывается, но их много кушать нельзя. Тут прям по 3-4 штучки в день. Они очень вкусные, полезные. В них очень витамин много содержится. Вот такие вот у меня сегодня покупки. Но самое главное, что хотела у вас спросить. У кого-нибудь вот есть такая пальмочка дома? Вот она вот такая у меня. Почему-то она у меня стала подсыхать. Вот кончики у нее подсыхают. Хотя вроде поливаю 2 раза в неделю всего сейчас. Вот тут вот вообще она вот подсохло. Прям листики такие вот засохшие. Вот. Она стоит у меня на окне. Может быть, ей свет не нужен прямой. Вот не могу понять. Вот она стояла нормально, вот сейчас к весне начала что-то немножко подсыхать. Хотя она у нас всего, наверное, полгода. Эта пальмочка живет. Так она мне очень нравится. Она прям на кухне хорошо стоит. На окошке у нас красивенько. Ну вот не знаю, что с ней делать. Может, кто-нибудь подскажет из вас, у кого есть такой цветок. Так что, кто подскажет, всем большое спасибо. Заходите к нам на канал, подписывайтесь. Всем всего хорошего. Пока-пока. Ставьте лайки.